Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите канал Lesus Life. Мы сейчас находимся в Шарм-эль-Шейхе в Египте. Шарм-эль-Шейх — это город отелей, и найти свой любимый отель тут очень легко. Royal Paradise Resort. Отель, в который мы заселились, называется Royal Paradise Resort. Это всего лишь 4 звезды, но это не играет особой роли, если вы не собираетесь отдыхать в отеле. А мы находимся в районе Хадаба и находимся на первой линии. Как видно, что море прямо у нас из окна, что очень редко здесь для 4-звездочных отелей. Вот это наш подъем на море. Раньше наш отель был на второй линии. После того, как здесь перед ним снесли другой отель, он стал резко на первой линии. Это один из единственных отелей 4 звезды, который находится ближе всего к морю. Наш отель старенький. Построен был в 1996 году итальянцы, после чего его уже передали египтянам. Они сделали обновление фасада, но номера и остальные прелести остались как бы нетронутыми. Но я повторюсь еще раз, если вы приехали, чтобы отдыхать в номере, то вас будет ждать кондиционер, трехразовое питание, не всегда хорошее. Есть бассейн, есть собственный коралловый риф и очень удобная транспортная развязка. Вот такие у нас номера. Называется Sea View, с видом на море. Здесь сразу бассейн с баром. Также в аэропорту вам предложат купить сим-карту компании Orange. 10 гигабайт интернета за $10, потом с последующим продолжением. Соглашайтесь, это выгоднее, чем покупать Vodafone. И здесь в городе есть места, где можно обслужиться, либо пополнить свою карту. Вот так выглядят магазинчики Orange. Здесь вам всегда помогут. Здесь электронная очередь, поэтому можете не опасаться, что вас обманут. Самый голодный люд на свете. Секунда открытия, уже сразу все поперлись туда. Блин. Стыдно, товарищи, надо кушать дома. Алина, расскажи, что у нас здесь? Мои любимые чипсы. Ага, чипсы, которые я не очень люблю. Это наш шеф-повар. Сегодня нужно краб. Краб? Краб. Краб? Вот этот мужчина невысокого роста, который к нам подошел, это наш шеф-повар. Он каждый прием пищи ходит, спрашивает у посетителей, все ли хорошо, все ли нормально. Молодец, переживает за свою кухню. Ну вот краба мы поели, мяса, конечно, немного, но все равно от 4 звезд мы этого не ожидали, поэтому спасибо, было все очень вкусно. Приятного аппетита. Большая очередь, как всегда, с едой. В общем, сегодня захотел снять видео, и сегодня в меню прекрасное, в общем, это крабы. Хотя мы уже здесь 5 дней, ни разу крабов не было. Сегодня как почувствовали, что я буду снимать видео. Взяли жаркое с баклажанами, салатик, курочку, крабы, водичка. За супом я решил не стоять в очереди. Суп очень большая очередь. Кстати, выбор еды довольно обширный, но, как и полагается, в 4 звездах есть все нельзя, конечно. Я уже в течение
5 дней питаюсь одними макаронами. Ну, это моя любовь. Сейчас пообедали, короче, и идем в бассейн купаться. Потому что сейчас жарко, на море не пойдешь, можно сгореть, а так под навесиком нормально. За бассейном ухаживают, его периодически чистят, но вода слишком горячая и хлорированная. Зато есть музыка, и в 11 часов здесь происходит аэробика для всех желающих. Самое интересное, что вечером бассейн пустеет, никого здесь нет. Хотя сейчас самое классное время, чтобы купаться. Но, как я и говорил раньше, в 7 часов вечера уже самое благоприятное время выходить в город. А вообще египтяне встают в 5. Из того, что можно посмотреть в Шарм-эль-Шейхе, это Наама Бэй. Такси туда стоит около 50 египетских фунтов, либо 4 доллара. Либо старый базар. На старом базаре есть отличная мечеть. Там можно будет закупиться за небольшие деньги. И такси туда от нашего отеля стоит всего лишь 30 египетских фунтов. Что в переводе на доллары около 2 долларов. Также одним из моих советов при поездке в Египет обязательно меняйте мелкие деньги, будь то доллары, либо уже по месту меняйте на египетские фунты. Объясню для чего. Допустим, зашли вы в магазин, в котором нету ценников, и цены устанавливает хозяин, смотря на вас, можно ли обдурить или нельзя. У нас был такой случай, я разменял доллары на египетские фунты по 50 и по 100. И прихожу в магазин, значит, покупать водичку. Вода сейчас в 2019 году стоит 11 фунтов за 2 литра. Вот, пришли мы, значит, купили водичку. Даю ему 50 фунтов, а он мне сдачу всего лишь 10. То есть получается вода дороже 3 долларов. Естественно, у нас завязался спор, после чего я узнал, что цена на воду 11, и он меня типа не так понял. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что здесь дурят на каждом углу, а рост цен зависит напрямую от вашего загара. Чем больше загар, тем ниже цены. Вот так выглядят египетские деньги. Называются они по-английски Egyptian Pound, и эквивалент получается 1 доллар, это 16 фунтов. Помимо многочисленных отелей, здесь также очень много магазинов и рынков. Цены очень сильно варьируются. Допустим, были мы в Наама Бэй, и водолазная маска, обычная с трубкой, обошлась 10 долларов. Мы ее не купили. Мы поехали на старый базар и купили ее за 6 долларов. Также цены здесь зависят от того, как вы умеете торговаться. Если вы хорошо торгуетесь, то здесь вам все обойдется дешево. Вот, например, на нашем примере мы пошли покурить кальян. Нас зазвали в кафешку. Говорят, кальян стоит 1 доллар всего лишь. Ну, я не подозреваю об этом, как в фильме говорили в «Брат 2», что иностранцы честнее, чем наши. Оказалось, совсем не так.
Мне сделали самый плохой кальян, который только можно, с одним углем. У меня закончился, естественно, дым. И я попросил сменить угли. На что мне владелец кафе говорит, что нужно заплатить еще $1 за замену углей. И так каждый раз. Ну, естественно, я настоял на том, что он сделал нормальный кальян. В итоге я покурил на $3. Кальян мне не понравился. Поэтому будьте осторожны, особенно с теми, кто зазывает себе в кафе. Лучше ходить в кафе, в которых есть фиксированные цены, есть меню, есть ценники. Как выглядит менюшка, где фиксированные цены? То есть здесь все записано, фиксировано. И внизу вот приписка обязательная. Цены не включают 12% плату за обслуживание. Также есть менюшка на русском. Кафешка называется «Стакана кафе». Рекомендую. Вот на выходе из нашего отеля находится целая аллея с сувенирами, с магазинами, где везде зазывают. Также здесь есть супермаркет, в котором цены фиксированы. И шанс, что вас надурят, очень минимальный. Но запомните главное правило, у вас должны быть мелкие деньги. Неважно, либо доллар, либо египетские фунты. Номинал минимальный — это 5. Есть копейки, одна копейка, но они не считаются. То есть начинается с 5. Здесь вот в аптеке мы брали зубную пасту. Кстати, очень знаменитая зубная паста, The Pure Dent называется. Полирует зубы, пользоваться 2 раза в неделю, реально работает. Также здесь постоянно хаотичное движение дороги. Поначалу было дико, сейчас уже привык. Все таксисты едут, сигналят, дурят, приманивают тебя. Ну, если вам надо такси, как бы соглашайтесь, но поторгуйтесь до последнего. Такси тут дофига и много. Вот продолжение базарчиков прямо возле отеля. Мы ездили за 30 фунтов в старый город, чтобы что-то купить. Оказалось, здесь цены точно такие же, если торговаться. О, Жигули! А, нет, это не Жигули. Таксисты повсюду. Тут, мне кажется, самая главная профессия — это зазывало и таксист. Также удалось выяснить у одного из таксистов, что значит вот эти их сигналы. Они постоянно сигналят. Ездят без фар и постоянно сигналят. Поворотниками практически не пользуются. В общем, перед любым маневром или перед любым движением, там, допустим, нужно обогнать, поехать налево, направо, нужно сделать 2 коротких или 1 короткий сигнал. Обязательно короткий, потому что в некоторых местах висит знак, что сигналить запрещено. Это облагается штрафом. Вот мы выходим на нашу аллейку. Бежим. Кстати, на светофоры люди не реагируют, поэтому не нужно полагаться на светофоры. Просто перебегайте дорогу, когда нет машины или видите, что пробегает. Светофоры ждать очень глупо. Вот такого плана кафешки, аккуратно оборудованные, имеют меню, фиксированную цену, в которой вас не обманут. Уличные кафешки, которые состоят просто из диванчиков и стульчиков, и где чувак вас чуть ли за руку не хватает и зовет за $1 покурить кальян, не соглашайтесь, потому что вы расстанетесь со всеми деньгами. Вот еще один посигналил. Со временем к этому привыкаешь. Поначалу думал, что это все сигналят мне, а со временем привыкаешь. Также обращайте внимание, кто сидит в кафешках. Если в кафешках сидит очень много местных, то это хороший признак того, что вас здесь не обманут.
Вот мы же зашли в нашу любимую кафешку. Здесь очень вежливый персонал, и человек, который делает кальяны, называется доктор Шиша, его имя типа. Вот как выглядит менюшка, где фиксированы цены. То есть здесь все записано, фиксировано, и внизу вот приписка обязательная. Цены не включают 12% плату за обслуживание. Также есть менюшка на русском. Уже принесли вот мой любимый кальян. Сегодня мы сделали его со льдом. Табак Альфахер, арбуз и Red Bull. Очень офигенное сочетание. Также сейчас идет чемпионат мира по футболу, вернее, в Египте. И я уже третий день подряд смотрю футбол. Даже подсел, хотя футбол я очень не люблю. Здесь готовят очень вкусно. Вот я заказал шаурму по-турецки. Она подается с картошкой фри и сметаной якобы с чесноком. Похоже по вкусу, не знаю, что это. Алина заказала обычный хот-дог. Подается с кетчупом. Это голубая лагуна, коктейль сладкий. Очень вкусный, с настоящими кусочками дыни. В общем, здесь круто. Рекомендую заглянуть. Кафешка называется «Стакана кафе». Рекомендую. Всем доброе утро. Это сегодня наш 6-й день. И мы идем на морько, как говорится, с самого утра. Пока еще температура воздуха комфортная. Можно поваляться, чуть-чуть помочить ноги. Потому что пирс открывается с 7 утра. И плавать у кораллов можно только тогда, когда есть спасатель. Они вешают красный флаг. Это говорит о том, что купаться еще нельзя. Также из разряда, чего не нужно делать. Мы купили коралловые тапки. Вот так выглядят эти тапочки. Они идут с мягкой подошвой. Их одеваешь, и можно ходить типа по кораллам, чтобы не повредить ноги. Так как мы покупали эти принадлежности в первый день, то нас развели, и мы заплатили за две пары, для меня и для Алины, около 10 долларов, что есть очень много. На самом деле, занятие не очень правильное, и если хотите сэкономить денег, лучше этого не делать. Если есть дома такие тапки, как кроксы, они вам здесь пригодятся и сэкономят немаленькую сумму денег. А вот из разряда того, что нужно было покупать, это маска подводная. Если у вас с собой ее нету, отличный аксессуар. Нам пытались ее впарить за 10 долларов, но в итоге мы сторговались до 6. Я так понимаю, что вообще стоимость ее около 5. Вода сегодня очень прохладная, очень хорошо. Ну и, конечно же, без мусора. По возможности помогайте природе убирать гадости. В общем, еще очень важная информация. За день до вылета необходимо попасть на стойку регистрации на ресепшн и посмотреть график вылета. Обычно вывешивают в виде обычной бумажки на стойке. То есть там информация, когда за вами приезжает автобус, когда вы вылетаете, когда вы прилетаете, и номер вида, чтобы можно было связаться в случае каких-то задержек. Примите это к сведению за день. Вот мы и собрали сегодня наш, как говорится, последний вечер, даже утро уже, скажем. Выезжаем мы в 2:10, за нами приезжает автобус. Чемодан мы запаковали самостоятельно, дабы избежать лишних расходов в аэропорту.
Один еще важный момент для экономии денег при запаковке чемодана. Мы дома запаковали самостоятельно в пищевую пленку чемодан, написали здесь бумажку в случае, если потеряется, как связаться с нами. И так же самое мы взяли с собой в отель остаток рулона пищевой пленки и теперь приступаем к обматыванию чемодана. Потому что в аэропорту такая услуга довольно дорогая. Ну, спасибо Шарм-эль-Шейху за прекрасное гостеприимство, за хороших людей. Отелю отдельное спасибо. Я напомню, что мы отдыхали в отеле Royal Paradise Resort. Все очень понравилось. Хороший персонал, хорошие люди. За свои деньги отбивают полностью. Поэтому, если будете лететь, рекомендую лететь именно сюда. Сейчас мы сдали ключи, сдали карточки на полотенце. Нам предложили заполнить анкету, выставить оценку качества обслуживания самому отелю. Мы поставили везде удовлетворительные, где-то отличные оценки. Сейчас сидим в холле, ожидаем, чтобы за нами приехал автобус, и будем двигаться в аэропорт. Конечно, ночью уехать это очень сложно. Набор юного натуралиста. За нами пришел гид. Сейчас будем идти в автобус. Все. Вот и наш автобус. Отправляемся. В аэропорту прошли все виды контроля. Контроль здесь, конечно, жесткий. 4 раза показывали паспорт, 2 раза нас обыскивали. Теперь сидим наконец-то в чекине, ждем наш самолет. В общем, отпуском очень довольны. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Хай, друзья, наконец-то мы дома в Одессе, в родной Красножопке, или как там еще назвать. Очень устали, перелет был сложный, сильно трусило. Спасибо, что смотрел это видео, ставь лайки, подписывайся на канал и до встречи.